В международном аэропорту Алматы начали строительство второго пассажирского терминала. Он будет обслуживать только международные линии. Пропускная способность 1500 пассажиров в час. Памятную капсулу, фундамент нового здания сегодня заложили аким города Имангалит Асмагамбетов и посол Франции Ален Куанон. Мы начинаем практически реализацию очень большого проекта, который будет осваиваться на территории более 200 гектаров. Практически он изменит облик северо-восточной части нашего города. Новый терминал станет центром инфраструктурного комплекса «Аэропорт-Сити». Отель, кинотеатры, конференц-холлы, бизнес и экспоцентры – все по западным стандартам. Проектировать объект доверили известной французской компании. Заказчиков подкупил казахский колорит их проекта. В этом аэровокзальном комплексе был учтен национальный характер нашего государства. И на фоне поля будут горы и эти юрты, поэтому очень символично он будет смотреться с точки зрения национальных особенностей нашего государства. В начале 2009 года строители обещают сдать в эксплуатацию первую часть терминала – три юрты. Это треть от запланированного объема строительства. Проект рассчитан на 8 лет. К завершению он будет занимать площадь небольшого микрорайона. Примерная стоимость комплекса – 70 миллионов долларов. Строительство финансируют частные инвесторы.